Всем привет! Сегодня у нас на обзоре магазин «Светофор». Я не знаю, только у нас в городе или во всех городах такое, что магазины стали полупустыми. Ну, начнем. Взяла еще конский перекной, уже брала такой. Нужно будет еще раскидать на 70 рублей. А дальше. Взяла баскетбольное кольцо. В общем, повесим куда-нибудь на дерево и купили еще мячик. Будут детки играть. 290 рублей, по-моему, кольцо. Так. Где кольцо? Опрыскиватель. Низко. А, вот, корзина баскетбольная. Да, 290 рублей. Так. Затем взяли опрыскиватель, он на 3 литра, в общем, нужно испробовать, если работает, то все нормально, если нет, то с чеком вернуть обратно. Опрыскиватель у нас 211 рублей, 3-литровый. Такой вот. Взяла такое вот удобрение, защита от болезней, в общем, нужно будет развести на 10 литров воды и обработать кусты. Появилась такая приправа хмеля сунелю. Я такую брала именно этой серии мясную, ой, для мяса и для курицы. И взяла хмель сунелю. В составе что у нас тут идет? Так, состав: соль, кориандр молотый, майоран, зелень, укроп, куркума, перец красный молотый. И еще мороженое, как обычно. Вкусненько. Привезли клубничку замороженную, 212 рублей килограмм. Я взяла два пакетика, здесь на 170, здесь на 214 рублей. Хорошая клубничка, не крупная, но при этом вся красненькая. Дальше привезли еще фасоль уже весовую по 162 рубля за килограмм. В принципе, здесь 800 грамм на 100, на 132 рубля. И вся хорошая. Привезли вот такие мисочки нержавейки. Так, миска 32 сантиметра в диаметре. А, так, где, по-моему, на 6 литров она. Так. Сейчас скажу. На 5 литров 268 рублей. Вот такая миска из нержавейки. В общем, вот такой вот обзор покупок на сегодня из «Светофора».